Всем привет! Уже в следующем месяце вы сможете посмотреть 12-серийный сериал под названием «В парке Шир». В нем главные роли сыграли Любовь Константинова, Антон Хабаров, Федор Федотов, Софья, Синицына, Дарья, Жовнер, Вальфанг, Черни. В центре сюжета истории четырех выпускниц и подруг Любы, Ани, Сони и Алины. В свои 17 они мечтают о ярком и счастливом будущем. Им кажется, что весь мир открыт и готов заключить их в своих объятиях. На дворе лето 1940 года, и на долю юных героев выпадает война, которая заставит слишком быстро повзрослеть и осознать, что только настоящая любовь помогает не сломаться и выстоять перед самыми жестокими испытаниями.